Приветствую вас! Добро пожаловать ко мне на канал. Ну что, у нас пятница, прилетел Зур, прилетел у нас на НЕС. Вот здесь он располагается, вот здесь могила смотрителя. Что же он нам привез такого интересного? Напомню тебе по поводу экзотической инграммы, она идет одна на три персонажа. Подходи к покупке с умом, так как стоит почти 100 кристаллов, дает тебе недостающую экзотику. Что касается пятерки мечей, сумеречные налеты, в которые ты идешь, их можно настроить благодаря этой карточке. Зур нам сегодня привез жесткий свет. Напомню, это один из топовых автоматов на данный момент в PvP. Поэтому, если ты не купил его в прошлый раз, потому что он его недавно привозил, покупай в этот раз. Насчет катализатора. Также есть катализатор на это оружие. Выпадает, как ты видишь, в налетах. Поэтому, чтобы тебе выбить себе катализатор, походи в налеты, повыбивай. Почему нет? На охотника он привез жилет Гвисина, отличная тема, поэтому если ты играешь пустотным охотником, средней веткой, в PvP, шикарная штука. Убил в ульте, перекувернулся, убил и так далее. То есть продлеваешь себе тем самым свою ульту. На Титана он привез сердце священного пламени. На мой взгляд, это тоже одна из лучших экзотик в плане Титана, на огненного Титана. Особенно мне нравится в нижней ветке. Ну, тут на вкус и цвет, кто-то использует и под верхнюю, и под среднюю ветку. Но я предпочитаю именно под нижнюю ветку. Восстанавливает твои способности, когда у тебя заряжена твоя суперспособность. Слушай, и на Варлок он тоже привез нормальную тему. Вуаль, которая, когда ты активируешь ульту, восстанавливает все твои способности, а твои союзники быстрее восстанавливают классовые способности. То есть такая экзотика поддержки. В общем, Зур сегодня был красавчиком, он привез сегодня нам реально классные вещи и реально хороший ствол. Поэтому, если у тебя чего-то нету, покупай. Все, друг, спасибо, что смотрел. Надеюсь, тебе понравилось. С тебя палец вверх, колокольчик и подписка на канал. Всех благ!